Здравствуйте, господа, с вами опять на связи Майкл Лившиц. Вчера я пытался записать перевод выступления хозяина компании и президента DV Affiliate, то есть Ричарда Смиса и Лэнса, и получил очень много писем, что на 26-й минуте начался какой-то скрип и визг. Я проверил, оказалось, что вы правы, не знаю, что произошло, это что-то связано было с YouTube, поэтому я запишу по-новому и просто запишу и расскажу вам уже своими словами. Перед тем, как я начну, я хочу, чтобы вы поняли одну вещь, простую, господа, что к концу этого года мы завоюем просторы интернета. Поэтому, если вы верите и вы с нами, просто ждите запуска своей страны. Если вы не верите, просто отойдите в сторону и наблюдайте. Я вам просто хочу дать совет. Наблюдайте, чтобы вы не проскочил, не пропустили свой поезд, свою остановку. Потому что то, что будет происходить в DVE, такого нету и не было. И еще, наверное, долго не будет. Видите, как это все тяжело запустить, сколько занимает времени. Хотя в Америке уже все работает. В принципе, полным ростом, хотя тоже иногда есть спотыкание, и компания благодаря этому учится, улучшает продукт, и все происходит так, как и должно происходить в новой компании, в новом гиганте. Поэтому слушайте внимательно, что я вам расскажу. Компания выпускает новый продукт. Продукт этот будет выпущен, когда будет происходить конвеншн компании, к концу июля. Продукт называется RISE. Благодаря этому продукту, и для чего это сделано, для того, чтобы был вход в страну намного легче. Я немножко расскажу про продукт. И вы уже все заметили, многие получили письма по электронной почте. Если не получили, то это в кабинете. А есть. У нас будет новый вид проплат. И в этом будет участвовать биткоин. Биткоин тоже это большой плюс для компании, потому что благодаря биткоину не надо получать никаких официальных разрешений страны, а проплачивать людям зарплату. Потому что в биткоинах можно платить кому угодно, как угодно и где угодно. И большинство уже из вас знает, как это делается. Очень много обменников на просторах интернета. Поэтому проблем не будет, и когда подойдет позже, когда все будет запущено, я вам тоже покажу, как это работает, хотя уверен, многие из вас уже это давно сами знают. Поэтому вы сможете, нам будут проплачивать и биткоинами, и мы сможем проплачивать биткоинами, поэтому работать будет намного-намного легче. Что же это за такая компания? Что же это за такой зверь RISE? RISE это типа компании Forex. Я знаю, многие из вас знают, что такое Forex. Это тоже компания, которая зарабатывает деньги при помощи покупки и продаж разных currency. Таких такого типа компаний очень много, и плюс этого бизнеса, и почему DVE выбрала, потому что они уже зарегистрированы во многих странах мира, в большинство стран мира, их всех принимают, эту систему все знают, и благодаря этому будет намного легче вход в страны, особенно вход в страны территории СНГ, которые будут запущены, открытие, я имею в виду, конвеншн DVE, который произойдет где-то в 28-х числах июля, поэтому открытие и запуск республик СНГ уже не за горами. Конкретно какие республики будут запущены сразу или все будут запущены сразу, пока я не знаю, но у них очень большая концентрация на эту часть мира. В принципе, они запустят всю Европу. Поэтому скоро мы начнем работать. Значит, что такое RISE? Это компания, за которой уже наблюдают наше руководство не первый день. Они изучили, проверили ее. Это официальная компания на территории Америки. И самое интересное, что за последние 3,5 года у них в среднем доход на деньги, которые люди вкладывают в эту компанию, где-то 3,5-4% в месяц. Это очень серьезный доход. Может быть, кто-нибудь из вас слушает и говорит, что он знает компанию, где можно заработать 4% в месяц, 7% в месяц, 11%, не, я извиняюсь, в день. И мне такие письма тоже присылают, и все время предлагают. Господа, 99,9% таких компаний, где можно заработать 4% в день, 10% в день, 11% в день. Это все лохотроны, которые разводят людей, потому что такого не бывает. Это, естественно, просто накручивают людей, чтобы в результате в какой-то момент всех грохнуть. Почему мне нравится, что эта компания RISE зарегистрирована на территории Америки? Потому что здесь идет очень большой надзор правительственными агентствами над всеми теми компаниями, которые связаны с инвестициями. Есть такая организация FTC, Federal Trade Commission. Это американская правительственная организация, которая следит за банками, за страховыми компаниями, за Форексом. Она следит за всеми теми финансовыми организациями, которые находятся в Америке, чтобы они делали все правильно. Эта организация FTC, наверное, в десятки раз хуже, чем бывшая КГБ, может разорвать, как говорят, задницу на фашистские знаки любой компании, вне зависимости, где она находится. Поэтому это очень серьезно. Еще что я хотел бы сказать, что в мире инвестиций никогда никто не знает, что будет завтра. Потому что нет никаких гарантий. Господа, чтобы вы сразу запомнили с первого раза. И потому что у вас не было ко мне претензий. Гарантии в бизнесе и гарантии в инвестиции не существует. Если кто-то вас приглашает в бизнес, который связан с инвестицией, или в любой бизнес, и вам дают 100% гарантию, бегите от такого человека, потому что он не знает, что он говорит, или он просто пытается вас заманить любыми правдами и неправдами. Значит, ни в бизнесе, ни в инвестиции 100% гарантии нет. Скажу вам больше. В бизнесе, чем больше риска, тем больше заработок. Окей? В инвестициях нельзя предугадать, что будет завтра.
все аналитики, которые делают какие-то и высказывают какое-то мнение, будет ли хорошо или плохо, они высказывают свое мнение, которое построено на прошлом. Они смотрят, как компания, что она сделала за последние несколько лет. Так вот, RISE, компания RISE, за последние 3,5 года в среднем их доход в месяц от 3,5 до 4%, то есть более 3% в месяц. Это очень хороший доход, потому что если у вас есть деньги, и разговор идет не о больших деньгах, и вы хотите просто этот деньги положить в банк, чтобы оно было, чтобы у вас не болела голова, и чтобы оно приносило вам деньги, если вы положите в банке у себя, на родине, где вы живете, может быть, вы заработаете 1-2, может быть, даже 10% в год. А здесь вы сможете зарабатывать более 3% в месяц. Это где-то 40% до 50% в год. Это я считаю, но это чисто мое мнение. И я профессиональный инвестор с 1991 года, и это образование я получил здесь, в Америке. Я считаю, что это очень хорошая инвестиция. Короче говоря, заниматься этим не обязательно. Никаких претензий никому нету. Мы как были, так и будем компания, которая будет зарабатывать на rank and share. Когда вы будете слышать это выражение rank and share, чтобы это вы знали, это значит то, что мы работаем с рекламодателями, просматриваем рекламу. И как говорили раньше, вход в будущем будет бесплатный. Но на сегодняшний день, чтобы нам открыть компанию, открыть страны, например, такие страны, как Россию, к примеру, нужен продукт, при помощи которого мы сможем зайти в эту страну и потом начать заинтересовывать рекламодателей, которые находятся в этой стране. Для этого это делается. Вход будет для людей, которые захотят подписаться и в DVE, и в RISE. RISE будет стоить $99 для того, чтобы стать членом этого клуба. И это $99 на год. И плюс вы должны будете тогда, если вы будете заходить вместе в RISE и DVE, за DVE вы должны будете проплатить $25 в год, то есть $124. Если вы уже подписались в DVE, вы уже проплатили $50, то когда начнется работа, вам нужно будет проплатить, если вы хотите стать членом клуба RISE, только $75. И вы будете проплачивать $75 раз в год. Минимальная инвестиция, когда вы захотите сделать минимальную инвестицию, $500. Это будет минимальная инвестиция. Вы можете положить эти $500 на любое время, и вы можете в любое время их забрать, и у вас будет вся информация, что происходит с вашими деньгами, как они растут, и подчеркиваю, вы вытащить деньги можете в любое время. Если будут какие-то изменения попозже, тогда мы узнаем попозже, потому что, как я сказал, еще информации полной нету, к сожалению. У каждого из нас будет веб-сайт, и будут ролики, которые, мне кажется, ролики уже выставят в конце этой недели, они уже есть. Ролики, которые будут помогать рекрутировать людей в этот проект. Поэтому вам знать и понимать ничего не надо. Вы сможете выставлять на интернет, давать людям слушать, и люди сами будут получать ту информацию, которая нужна им для того, чтобы подписаться в эту систему. Это будет очень хороший инструмент для интернета. И основная масса, особенно англоязычных, прекрасно понимает, что первая страна в мире по инвестиции – это Америка. Я это могу сказать честно, положа руку на сердце, потому что я живу здесь столько лет, и такие инвестиции, такие заработки, и такие крупные компании, как находятся в Америке, нету ни в одной стране мира. Поэтому, когда люди будут видеть, что это именно американская компания, зарегистрирована в Америке, то на это будут обращать очень серьезное внимание. Это все будет commissionable. И если в вашей группе будут люди, они будут, потому что помните, что у нас будет много переливов, и они будут заниматься компанией RISE, то мы все будем получать комиссионные. Но для того, чтобы вы будете получать комиссионные от партнеров, которые находятся под вами, вне зависимости, кто их привел, вы должны быть квалифицированы. То есть вы тоже должны быть участником этого бизнеса RISE. И еще раз повторю, господа, это все сделано для того, чтобы компания смогла легче и быстрее зайти в любую страну, или во всяком случае в те страны, которые они намечаются открыть. У нас как было, так и будет. После полного запуска каждый из нас сможет зайти в компанию, привести людей бесплатно, начать работать на rank and share, зарабатывать деньги, заработать очки, при помощи этих очков проплатить и вход в DVE, и вход в RISE. Поэтому как было, так и будет. Когда начнется бесплатный вход, пока сказать не могу, мы всю эту информацию получим во время конвеншн, это будет 28-29 июля, когда мы все это узнаем. У нас каждым днем улучшается вид rank and share. А когда все будет запущено, и вся эта новая информация будет запущена во время конвеншн, в конце июля, то каждый из нас будет получать работу. У нас не будет такого, например, как сейчас. Происходят такие моменты часто. Я уже с этим сталкивался сам много раз. Я захожу, начинаю делать rank and share. В смысле, там, где спрашивается мнение, потому что за это платят самые большие очки, и начинаешь давать свою информацию, и потратил уже 10-20 минут, а тебе в конце говорят, извините, для вас сегодня, для ваших данных у нас ничего нет. В данном случае. Мне получается делать это заново. Пока такое есть, но над этим работается, и улучшается, и рекламодатели начинают становиться лучше и лучше. Все это дело связано с тем, что никто до сих пор такого еще официально на таком уровне не делал. Поэтому это новое не только для компании DVE, но это также новое для тех же самых рекламодателей. И рекламодатели у нас, чтобы вы уже знали, у нас уже в компании тонна рекламодателей, которые ждут уже на готове запуска всего мира.
Поэтому рекламодатели уже есть. И их много, и будет еще больше. Каждый день мы будем получать бангл. Что такое бангл? Бангл – это набор информации, набор rank and share, куда будут входить не просто просматривание роликов, видео, куда будет сходить, где надо будет какую-то программу даунлодить на компьютер, и куда будет входить просто высказывание своего мнения. И вы будете получать определенное количество работы, что вам не надо будет искать, что сделать, потому что сейчас, например, если открываете кабинет, то очень много разных программ, где вы можете или просто смотреть видео, или смотреть и высказывать мнение. Очень много, можно даже запутаться. И будет еще больше. Поэтому мы каждый раз будем получать бангл, где уже будет собрано для каждого человека именно та информация, которая подходит именно этому человеку. И вы сможете сидеть, это вам займет, может быть, час времени, вы это все сделали, и вы уже будете знать, что вы квалифицированы на сегодняшний день получить комиссионные от всей своей группы. У вас, я понимаю, что у вас будет, сейчас вы слушаете меня, наверное, будет очень много вопросов. Пока эти вопросы не задавайте, потому что ответов пока у меня на эти вопросы тоже нету. Все мы получим во время открытия конвеншн в конце июля. Поэтому сейчас, в протяжении нескольких недель, мы будем получать очень много новостей. Я сразу буду все переводить и буду вам давать знать, чтобы вы знали, что происходит. Но, господа, готовьтесь к начальной работе. И мы начнем работать быстрее, и будет открыто намного больше стран. И это все благодаря вот этому продукту RISE. И поэтому это все запускается. И еще раз повторю, как я уже сказал, те люди, которые боятся, у вас нет денег, это не значит, что вы это должны делать. TV как было, есть и будет наше самое главное направление. Просто продукт RISE поможет компании, первое, зайти в другие страны легче и быстрее. И второе, даст другим людям возможность заработать денег. Инвестиции – это очень хороший бизнес, тем более, когда он связан с нашей компанией DVE Social. Нам обещали в конце этой недели, это было со слов Ричарда Смис, фаундера и хозяина компании, что в конце этой недели, это может быть суббота, воскресенье, мы получим список всех тех стран, которые будут запущены. В первую очередь мы получим список тех стран, которые будут тоже запущены, но попозже, потому что там проблемные страны. Мы получим список тех стран, которые не будут запущены вообще. Поэтому у нас будет у всех представление, что будет происходить дальше. Я имею в виду отношения, какие страны откроются, какие страны не откроются. В компании очень серьезное направление на территории СНГ. Это я уже разговаривал и с Ричардом, и с Лэнсом. И на прошлой неделе Лэнс мне звонил, и он сам мне задал пару вопросов. И я знаю, что они очень серьезно хотят запустить территорию СНГ. И на прошлой неделе он уже тогда он мне сказал, что они решили, они изучают этот продукт RISE. Это особенно не продукт, а компанию. Они очень довольны то, что они видят. И то, что им это поможет запуск других стран. Еще раз подчеркну, в данном случае страны республик СНГ. Поэтому, господа, готовьтесь, осталось совсем немного. В принципе, вот это было самое главное, о чем вчера говорилось. Они много, конечно, философствовали вслух, рассказывали о новом офисе. Но самое конкретное, что интересует именно нас, это вот это, что будет открытие компании по всему миру в ближайший месяц. И благодаря этому продукту RISE это произойдет намного быстрее. Конечно, благодаря тем людям, которые начнут заниматься и станут членами компании RISE, благодаря этим людям и будет зависеть, как быстро будет запущен та или иная страна. Дело в том, что когда страна, например, я приведу пример России. Как только мы открываем Россию, благодаря продукту RISE, это не значит, что еще не будет ranking share. Оно будет сразу, но будет мало. Потому что они должны будут начать работать на том, чтобы привести рекламодателей в нашу компанию. Когда они смогут показать, что в нашей компании есть определенное количество людей, которые уже работают с другим продуктом, рекламодатели именно на территории России придет намного быстрее. Потому что запомните, что нам нужны рекламодатели не только на территории России, но рекламодатели, которые заинтересованы вот этим маркетом в Европе, который связан с русскоязычными. Я надеюсь, это понятно. На этом, господа, я заканчиваю. Я считаю, что информация очень интересная, очень полезная для нас всех. И до скорых новостей, до скорых встреч. Счастливо и до свидания.